пошел, наверное, первый раз на баскет месяца два назад. Случайно вообще получилось, давно хотел. Удивительно для меня лично, как я влюбился в эту игру. А теперь хожу на каждый матч, не пропускаю ни единого матча, даже на выезды смотрю, там, тогда выездный матч. Очень нравится все. Атмосфера обалденная вообще, болельщики гонят вперед, полные трибуны. Ну, вообще, на самом деле, баскетбол такая игра, возможно, где-то интереснее хоккея в плане, насколько быстро все происходит. Вроде счет ничейный, уже потом в 6 вели, опять даже не успеваешь в сторону посмотреть, как быстро все случается. Очень интересно вообще наблюдать за игрой, за какими-то моментами, так сказать, просто побыть болельщиком и поддерживать команду. What can I say? Tough loss and congratulations to Loco for going to the finals. I think that the problems for us in this season came in the crucial moment. So all these injuries with two main players, Milutinov and Schwed, and not allowing us to be in the greatest shape. This was a series of seven games where it required a lot of physical effort, and at the end the players of Loco prevailed because I think they were in a better physically. Я думаю, у нас сегодня были временами проблемы с подбором, и на пик-н-ролле были такие периоды, что мы допускали буквально там по 3-4 атаки просто с пик-н-ролла, одни и те же моменты, и мы никак не реагировали. Поэтому та разница, она и быстро сокращалась. Вот. В нападении, если ты не играешь в защите, в нападении ты не так, мы, наверное, чувствовали сегодня себя уверенно, как в прошлой игре, хотя и вроде их забили там под 90, сколько-то там, под 100 очков. Но опять же, Локомотив сегодня выглядел лучше, поэтому неважно, какими способами, победа есть победа. Sad for us that we all season long were playing great basketball and that we were on the first place and doing really playing great basketball, team basketball, but at the end we just have a bad period where we couldn't do it.